don't try to make me stay or ask if I'm okay. I don't have the answer. Когда пришла идея сделать свадьбу на побережье с видом на прекрасные пейзажи, на красивейшее море, пришли к выбору сделать свадьбу в Крыму. К нам подключилось большое количество специалистов студии декора, как флористы, так и декораторы. Были сделаны невероятной красоты объемные конструкции, которые возвышались действительно над уровнем моря. Свадебный день начался с прекраснейшей погоды. Мы находились на площадке с самого утра и следила лично я со своей стороны уже за всеми подготовительными процессами, которые шли на площадке для выездной церемонии. Картинка получилась, событие получилось, и праздник состоялся. Желаю всем будущим парам относиться с пониманием как к организаторской точке зрения, так и к личным желаниям, и продумывать детально, поэтапно красивую свадьбу. Нам безумно приятно, мы безумно рады, и Наташа, огромное спасибо.